Молодцы ребята, молодцы Кристина и Алексей, порадовали своим катанием. А сейчас на льду представители Японии, японский дуэт. Наруми Такахаши и Рюичи Кихара. Им по 22 года. Юко Сато, известная японская фигуристка, и Джейсон Данжент, американский фигурист. Они тренируют этот дуэт. Посмотрим, что они предложат нашему вниманию. Тройной сальф исполнится помарочкой со стороны партнерши. Она провернулась еще троечку, укратную на выезде. Но исполним. Двойная подкрутка. Хорошо. Что-то переживала. Да. Здесь. Молодцы. Босанова Бэйби. Элвис Пресли взяли такую яркую, достаточно легкую музыку. Выбор страны сальто исполнил. Да, молодцы. Наруми Такахаши опытная очень партнерша. Она каталась в паре с другим партнером. И заметно, что совсем недавно они вместе с Рюичи Кихара катаются. И это заметно. Заметно в каких-то элементах, заметно в самом катании вначале, потому что пока не заходили на тройной прыжок, было ощущение, что вот два одиночника такие. Да, они очень широко разъехались, и это было не, можно сказать, не очень параллельное исполнение, очень далекое исполнение. Два прыжка, как да, действительно, как два одиночника. Тоже молодцы. Первый сезон они катаются вместе и делают элементы, и делают сложные элементы. Делают, да. Но мне кажется, может быть, сложновато им под быструю музыку. Пока что не настолько они скатаны, чтобы выразить и показать ее. Но, тем не менее, элементы делают. Катаются. Еще маленький срок катания вместе, поэтому думаю, что у них все еще впереди. Все еще впереди, конечно. Под быструю музыку я с тобой не соглашусь. Мне кажется, чуть-чуть проще выразить программу, когда ты не столь долго катаешься вместе, потому что медленная музыка подразумевает все-таки линии, идеальная параллельность. Ну, может быть, может быть. Что у нас есть чем сравнить? Мы видели предыдущую нашу пару, да, где ребята уже чувствуют друг друга, подхватывают движение. Даже если они немножечко ошибаются, они движение не изменяют, они также живут в музыке. А здесь ребятам еще сложно, так как они не скатаны. Вот здесь переживали мы с тобой. Да. Видно, как партнер напрягался.
Да. Это напряжение прям заметно по его лицу. Но тем не менее, они сделали поддержку, не ошиблись, а сделали ее хорошо. Наруми Такахаши, Рюичи Кихара. .68 балла, второй на втором месте они пока что находятся, обошли американский дуэт. В технике они проигрывают нашему дуэту. 6 баллов, и это абсолютно справедливо. Короткую программу исполняет Анна Берг.